Нетрезвый красноярец зажег, что называется, по полной. На 5 миллионов рублей, возможно, на 5 лет колонии. В марте работник одной из торговых компаний в Свердловском районе взял на складе канистры с горючим, занес их в офисные помещения и поджег. И все это на виду камер наблюдения. Видимо, серьезная доза алкоголя не позволила мужчине объяснить, зачем он это сделал. Ущерб от пожара оценили в 5 миллионов, а дело пиромана уже передали в суд.